Доброе утро, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Кемере. Приглашаю вас на инспекцию отеля Нирвана. Ресепшн отеля Нирвана. Ресепшн свежий, большой. Комплимент сразу на ресепшене. Шампанское, фрукты. Family. Первая комната, две кровати, покрытие ламинат, центральный кондиционер, плазменный телевизор, ванная комната, фен, душевая кабина, душ тропический, вторая комната, дверью закрывается, чайный уголок. Плазменный телевизор, покрытие тоже ламинат. На улице как-то нет туалетов. Тихо-тихо. Балкон большой. Сушилка на балконе. Вид на территорию. На минус первом этаже находится тренажерный зал. Детский клуб огорожен стеной, не могу в него попасть. Двухэтажные бунгало. Тип номер Лагун Лакшери Вилла 3106. Вторая комната. Тропический душ, ванны здесь нету, душевая кабинка, фен, плазменный телевизор, центральный кондиционер, покрытие ламинат. Это третья комната, здесь такая же, она как и вторая, и вторая ванная комната, точная копия первой, которую мы смотрели. Тропический душ. Балкон с выходом в бассейн. Мы идем на пляж. Пляж здесь должен быть галечный. Забежим в ресторан. Главное, посмотрим, что здесь есть. Бутерброды с красной икрой. Детское питание. Видео, где кто-то показывает, как готовят. Онлайн. Ага. Видео, как готовят еду прямо онлайн. Сейчас завтрак у нас. Оливки, маслины. Выпечка. Ресторан очень большой, очень много мест, где еда раздается. Несколько видов супов, 4, каш, сыры.
как-то так. Добрались до пляжа. Пляж здесь песок насыпной. Посмотрим, что при входе. У них есть собственный пирс справа. Вы знаете, здесь песок. Есть у вас дома всякий, только надо ли вам это? Видите, песок, вход песчаный, немножко гальки, по мелкой. Очень красиво здесь. Горы, лес. Вот они намывают песок, вот так вот, из моря. Судя по всему, это детский клуб. Сейчас зайдем в него, посмотрим. Crispy Kids Club. Только он закрыт, нас мы туда попасть не можем. Детский аквапарк. Территория отеля большая, зеленая. Это еще раз главный ресторан. Можно кушать на улице. Можно внутри здания. С видом на море. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.